В ночь с субботы на воскресенье пьяный водитель «Лексуса» сбил двух женщин. Виновник пытался сбежать, но его догнали свидетели и избили. Одно из пострадавших раздробило ногу. В итоге ее пришлось ампутировать. ДТП произошло в 23:40 на улице Октябрьская. Водитель автомашины «Лексус» совершил наезд на двух женщин 1980-1981 года рождения. Обе пострадавшие с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Стоит отметить, что водитель автомобиля находился за управлением в состоянии алкогольного опьянения. Покой Кабанского района нарушила другая авария. Там сбили 84-летнюю женщину. Водитель грузовика скрылся с места ДТП, но его все-таки задержали. Пенсионерку с травмами доставили в больницу. Днем в Кабанском районе в поселке Каменск водитель автомашины ВАЗ совершил наезд на пожилую женщину 1935 года рождения. Водитель с места ДТП скрылся, однако позже был задержан сотрудниками ГИБДД. Село Ильинка беда также не обошла стороной. Возможно, дом загорелся из-за непотушенной сигареты. Хозяин пытался выбраться самостоятельно, но потерял сознание. Пожарные на руках вынесли пожилого мужчину из задымленного помещения. Дарья Ситникова, Константин Гармаев, телекомпания АТВ.